Трикси, ты идешь направо. Ронте, Корт, вы за мной. Подождите, Пронто! Тебе от нас не уйти. Сдавайся! Хватай его! Все расчеты траектории на смарку! Пронто, что ты знаешь об этом месте? О, более скверного заведения я еще не встречал. Но суп неплохой. Также это тупик. Это я и хотел услышать. Все ждите меня тут, я его оттуда выкурю. Может, он решил отведать суп? Бежим, бежим! Есть идея, Элай! Я над этим работаю! Следуйте за мной, если хотите жить. Лактерра. Новичок, часть первая. Сюда! Эта труба нарушила все мои расчеты. Никчемные трубы, получите за то, что препятствуете перемещению Пронто. Спасибо. Как тебя зовут? Мое имя Твист. Элай Шейн. Берегись, слева, Элай! О, двое на одного. Мило. И я знаю, кто ты такой. Трое на одного. Да кто считает? Туда. Куда они делись? Один шанс. Избавиться! Что это? Главный наместник Блэка в этой пещере. Полный отморозок. Нам надо бежать отсюда. Неплохая идея. Осторожно! У этой штуки нет дна! Ого! Теперь отступать некуда. Есть идеи? Есть! Ослепим его, Локи! Эй! Я в порядке. Хм. Похоже, дно там есть. Это Таглет-слаг? Хм, я слышал о них, но никогда не видел. Да, мой слаг номер один. Так ведь, Локи?
Мне нравится, что ты даешь имена слагам. Просто говорите и ты тому, кто выручает тебя постоянно, как-то совсем невежливо. У меня это не первая стычка с головорезами Блэка. Они мобилизуются. У меня тут есть местечко, где можно затаиться, пока тот не успокоится. Это, пожалуй, лишнее. Не смеши. Ладно, идем. Извините за беспорядок, я тут временно, пока мой особняк красят. Да тут классно! Панорамный вид, расположение на возвышенности. Держу пари, у тебя тут полно ловушек и секретных лазеек на случай, если дела пойдут совсем плохо. А как иначе? Так, что у вас там с этим парнем, которого вы преследовали? Это один из агентов Блэка. Он последнее звено, необходимое для нашей операции. Элай, мы его совсем не знаем. Точно. Что не помешало ему спасти нам жизнь и рисковать своей. За что мы ему очень благодарны. Но если Блэк пронюхает о планах... У вас нет причин этого делать, но вы можете мне доверять. Макет лаборатории Блэка по производству гулов. Они есть по всей Слагтерре. Я слышал о них. Мы думаем, что если мы сможем освободить всех гулов, мой слаг-целитель Док сможет излечить их. Так мы сможем значительно сократить число шестерок Блэка. Проблема состоит в том, что мы не можем их обнаружить. У нас есть планировка, но нет мест их дислокации. Да, мы надеялись раздобыть их у агента, пока наш план не провалился. Вам повезло, потому что я точно знаю местоположение одного из них. О, да, это определенно одна из них. И не слишком охраняемая. Мы смотаем туда обратно и вернемся к завтраку. Когда ты говоришь «мы»... Я имею в виду всех нас. Что скажешь? Будешь с нами против доктора Блэка? Мне это по душе. Я с вами. Отлично. Собираемся и выдвигаемся завтра. Блэк не будет знать, откуда ждать удара. Да! Вынужден признать, что твой дом будет покруче моего. Да, отец оставил убежище в идеальном состоянии. Кстати, об этом. Ужин готов! Это рецепт моей дорогой усопшей бабули. Да упокоится она с миром. Долетай! О! Где твои манеры, Пронто? Сначала гости! Пронто мыслит правильно, Трикси. Ведь на улице, как водится, каждый сам за себя. Разве я не прав? О, как это верно! Какой там поесть первому? Хорошо еще, если удастся вообще. Прошу, я настаиваю. Ух ты! Я таких деликатесов никогда не пробовал. И так каждый день? Мой отец всегда говорил, что команда Шейна устраивала большой семейный ужин перед важной операцией. Думаю, самое время нам возродить эту традицию. Для меня это тоже впервые. Эй, в чем дело? Ты тратишь превосходную еду на своих слагов. Довольный слаг, значит здоровый. А здоровые слаги побеждают в дуэлях. Локи! Я смотрю, ты так же любишь этих малышей, как и я. Больно видеть, как Блэк превращает их в монстров. Мы положим этому конец. Откуда у тебя такое необычное имя, если ты не против, что я спрашиваю? Я тебе покажу. Ты довольно крупный парень, но тебе ни за что не удастся меня захватить. Хе-хе, определенно тебе ничего не известно о фирменном приеме пещерных троллей. Попробуем. А? Что? Как? Классное движение, Твист. Ты, может, и под впечатлением, но мои кроты известны своей техникой увертывания. Хочешь пойти следующим? В другой раз. У тебя есть родные, Твист? Это вообще-то длинная история. В общем, я не знаю, что с ними сталось. Локи и Слаги — моя единственная семья.
Мы все теряли близких, Твист. Это и сделало нас семьей. Добро пожаловать к нам. Кстати, о времени. Настал час Икс. Патруль как раз вовремя. Это не составит труда. Шоу начинается, Локи. Ух ты! Да, очень убедительно. Он потерялся. Схватить его! Может, подстрахуемся? Глупости! Как ты сюда устроился? Что творится? Держи его! Я же сказал, держи! Извини, я сплоховал! Мы внедрили настоящего хакера. Локи такой же проныра, как и я. Теперь их глаза будут нашими глазами. Ха, круто! Хорошо, что Блэк использует один и тот же формат для своих объектов. Это упрощает нам задачу. Что-то тут не так. Что именно? Я не знаю. Не могу разобраться, но что-то тут не так. Я ничего такого не вижу. А ты, Элай? По мне так все чисто, но держите ухо востро, народ. Я доверяю интуиции Корда. Да, возможно, ничего такого и нет. Локи на месте. Выдвигаемся. Вызываю балерину. Мы на месте. Балерину? Я должна быть орлиным глазом. По периметру все чисто, но за первой дверью 4 охранника. Вперед! Ты вчера застал чемпионат по слагболу? У меня карта. Войдем. Мила, готовлю железных коней. Как тебе удалось втиснуться в этот костюм? Лучше тебе этого не знать. Это здесь. Прямо точно, как на макете. Осторожно, присматривай за тем справа. Отличная работа. Вернись к своему облику. Мне все это не нравится. Надо убираться отсюда. Мы почти закончили. Уходим отсюда. Наконец-то. Этот проклятый костюм такой колючий. Фу. И пахнет так же, как пещерный тролль. Пронто. Как дела? А? Это должно быть Трикси с железными конями. Как раз вовремя. О-о, в чем дело? Это не наша Трикси. Это Диаблос Начо. Начо? Ты же сказал, он будет далеко. Так сказал мой информатор. Только этого нам не хватало. Без драки нам не обойтись, так ведь? Может, я найду другой выход? Ты видел планировку. Здесь нет другого выхода. Тогда будем драться. Мне по душе твой напор. Ждите моего сигнала, потом бегите, что есть силы, и отстреливайтесь. Нужно оставаться в живых и завершить начатое. Итак, Трикси, шоу начинается. Стреляйте по ним, глупцы! Сюда! Подождите, прикройте меня! Ой! А! Ладно, поехали, чего ты ждешь? А! Yeah!
Отличный выстрел, Твист! Взаимно! Я... Ощущение, что этих парней гораздо больше, чем со слов нашего информатора. Двое на одного! Но кто тут считает? Где вы? Держись! Мой пояс! Вперед, Бангер! Понюхай-ка вот так-того! Ужас, что за запах? Ну вот и конец. А если пойти в рукопашную, Твист? Да. Устроим этому клоуну взбучку, которую он не забудет. Забавные малявки. Вы умрете с улыбкой. Эта штука долго не продержится! Мы не можем играть с огнем! Если хоть один слаг попадет в повозку, целая куча злобных гулов окажется на свободе! Я знаю дорогу! Я так всегда делаю, видишь? Показываю путь, когда, казалось бы, нет выхода! Вот видите? Мы в безопасности и гулы! На свободе! Позже поблагодарить. Но мы же не сможем всех гулов упрятать в сетке. У меня есть идея. Локи, устроим Ораборонса. Потрясно, Локи! Ладно, док, пора тебе поработать. Это займет какое-то время. Молодец, док. Иди поспи. Ты заслужил. Твист, ты и Локи показал настоящий класс. Нужна была помощь, и я помог. Тоже мне подвиг. Еще какой подвиг! Ты должен быть с нами. Ты доказал это сегодня. Ты член команды. Мы семья. Если будут такие обеды, как вчера, я за. Если серьезно,
Спасибо. Я и забыл, что значит большая дружная семья. Ну, если не считать слагов, конечно. Нам повезло, что ты у нас есть. Еще и потому, Твист, что команде очень пригодится твоя помощь. Оу, что ты на этот раз задумал? Я понял, что все набеги на хранилище Гулов Блэка его не остановят. Нам нужно такое, чтобы навсегда прикрыть этот бизнес. Нам нужно лишить Блэка того, что он использует для превращения. Что тебе известно о темной воде, Твист? Я слышал кое-что. Если вы собираетесь этим заняться, я точно знаю, как это можно сделать. Но сначала я должен поговорить со старым другом. Твой друг — это мой друг. Поехали! Я не против, чтобы вы поехали, Илай, но он не доверяет незнакомцам. Я должен поехать один. Понимаю. Тогда до встречи. Береги себя. Мне бы надо пристрелить тебя на месте. Я лишился столько бесценных гулов сегодня. Как и я. А теперь ты являешься ко мне с просьбой. Думаешь, это сработает? Потому что они мне доверяют. Да. Вопрос в том, должен ли я тебе доверять. Слагтерра. Автор идеи Азар Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азап Фитке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Бун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году.